тревожные новости нам пришли из Дзержинска. Дело в том, что люди в этом городе больше не могут жить под дулами автоматов, ведь оружие раздали откровенным бандитам. Сначала они на рынке у местных предпринимателей собрали по 500 гривен. Потом похитили и требуют выкуп за местного зубного врача. Кстати, чем закончилась эта ситуация, мы как раз сейчас выясняем. Ну а деньги, полученные вот таким вот путем, идут на финансирование блокпостов. Вот что нам рассказала по этому поводу местная жительница, имени которой по понятным причинам мы назвать не можем. Днем платят 200 гривен за то, что ты стоишь там на этих баррикадах. Ночью платят 400 гривен. Стоят и бывшие шахтеры,